Американский политический портал отнял у Джо Байдена 20 голосов выборщиков из предварительного результата подсчета в Пенсильвании. Теперь у него 259 голосов, а для победы не хватает еще 11 голосов выборщиков. Штат относят к колеблющимся. Среди таких штатов также числятся Аризона, Аляска, Джорджия и Северная Каролина. В Пенсильвании подсчитано 98% бюллетеней. Известно, что Джо Байден имеет 49,8% голосов, в то время как Дональд Трамп отстает на 0,7%. Напомним, у действующего президента по-прежнему имеется 214 голосов выборщиков.